Игнат Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисленно согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якого истину, блажите тебе Богородицу Преснаблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово рожишую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоя Матери, силы честного животворящего Христа, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благи сей человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисленно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, и коли же благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись овны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наши, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, силы и слава во веки. Аминь. Восставший от сна, припадаем Тебе, блажь ангельскую песнь, вопием Тебе сильный. Свят, свят, свят Тебе, Боже, Богородицею, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возвик меси, Господи, умой, просвети сердце, и с ним и отверзи, во еже пети Тебя, Святая Троица. Свят, свят, святости Боже, Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Боже, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
сна воста, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие рая Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешного, не погубил меня с беззаконием моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нищании лежащего воздвиг мне еси, во ежеутренне славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь словесием Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Пятьдесят восьмой псалом. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой. Господи, без вины мои избегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силой Твоей и не зложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их, есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познай, что Бог владычествует над Яковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою. Ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. 59-й псалом. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Дару боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твою и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сахов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем крепость главы моей, Иуда скипетр мой. Моав, умывальная чаша моя, на Эдому простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.
60-й псалом. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитвы моей. От конца земли взывай к Тебе, в уныние сердце мое взываю. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал беды мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в рот и рот, да пребудет он вечно перед Богом, заповедом милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоим вовек, исполняя беды мои всякий день. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богаты состраданием и неизречены в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никакие дела, оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будь довольна вера моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня Твоей Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос, Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, а чрев матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану Борстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставили блести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь мне грешного, и не отступить мне за невыдержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение,
неразумие, нерадение, естескверное, лукавое и хульное помышление от несчастного сердца, и от помраченного ума моего, и погаси память страстей моих, ибо нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего креста Господи, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови наследие Твое. Победа на сопротивные дары и Твои сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителей и сродников благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, священный Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея, и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнея, Александра, Диодора, митрополитов Тихона и Лариона, и весь священнический, иноческий чин, и вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да, еще священника, рожденного свыше, который благовестник и место для занятия. Смири власти воинств своих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще выделять нуждающимся. Сохрани их от покушения на них. Преобразуй их сердца в духовные. Коснись Владимира, Михаила, Жозепа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и всех начальствующих и правителей. Ибо Слово Твое утверждает, что с них будет строгое взыскание на суде Божием. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас, Боже, во всем доверяться Твоей заботе, Твоему промыслу о нас. Ибо рожденных свыше, водимых Духом Святым, с радостью исполняющими святые Твои заповеди, Ты дал наименование, сказав: «Святые мои, избранные мои». Боже, помоги нам оправдать эти дивные названия и в вечности быть с Тобою. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Да будет благословен этот день. Господи, мы просим об этом. Между нами да сохранится добрые отношения и радость, чтобы горе другого делалось ближним нашим размышлением и как помочь. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Найди все наше родство: Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И благослови путешествующих: Раису, Льва, Виктора, Александра. Галина всегда в путешествии, так мало дома. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Припадаем к милости Твоей, Христе Боже наш. Сохрани жилище наше и селение от пожара, воров, нечистой силы. Благослови живущих там Андрея, Игоря. Обрати Владимира, Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. Прищи добрых жителей с детьми, любящими, знающими уставы Твои, святыми, ходящих в послушание, и сохрани школу,
Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексину, Юрия, Александра, Александра, Сергея, Сергея. Слава тебе, Христе Божий наш! От тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. Потерянного Александра найди. Покажи, живой ли он, Господи. Блуждающих Алексея, Сергея останови, дабы не обманывали людей и себя. Слава тебе, Христе Божий наш! Возри на угрозы врагов, на непрерывные потоки лжи, изливаемые ими. Они не скрывают, что поставили целью разрушить селение, в буквальном смысле сделать врагами друг другу. Только похулившие Духа Святого могут вести себя так. И в судный день не помяни им их безумие, ибо не знают, что творят. Благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни и в будущее. Елену, обрати Евгения, Наталья, Надежду, Юрия, Эдуарда. Господи, мы просили помочь переиздать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта к истинному православию. И ты услышал молитву, изданную проповедь в стихах. Хвала тебе. Помоги нам, Господи, издать проповедь во свете Святой Библии. Для Слова Божия нет уз. У нас нет ни средств, ни сил. Помоги, Владыка, для пользы, для спасения. Сколько людей обратилось через эти труды. Люди впервые узнали об истине православной церкви. Хвала тебе, Христе Божий наш. Слава тебе. Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в тебя, страх пред тобою и ожидание суда Божия. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, соборов, как на истину. Аллилуйя! Воздай вечности милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в тебе. Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами твоими святыми и покроем афором любви от зависти нечестивых, от всего, что не славит Господа. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия по многим государствам и возвратил нас в целости и сохранности с транспортом. Слава тебе! Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Кирилла. И где мы останавливались, где находили покой. Слава тебе, Боже наш! Мы все еще получаем известие, сколько новых людей пришли к тебе. И не нам, но имени твоему дай славу. Все это благодать твоя совершила. Хвала тебе, наш Господь, милостивый и долготерпеливый. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебя, мой добрый ангел. Сколько лет ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей, повреждений. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Господи, благодарю тебя за друзей и за врагов, за здоровье, за болезни. По твоему благоволению все это может оказаться спасителем для нашей бессмертной души. И благослови болящих, дай силу безропотно перенести страдания. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Даниила, Виктора, Виталия, Павла, Надежду, Людмилу, Любовь, Александру, Неонилу, Еву. Слава тебе, наш Господь! Хвала тебе за услышанные молитвы, за милость, оказанную нам. Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас.
Господи, научи нас жить в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, видеть нуждающихся в нашей помощи и по мере возможности помогать им. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи, сохрани наши сокровища в интернете, их администрацию благослови, расположи к нам. И благослови трудящихся на этом поприще Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гаврилу, Вячеслава, Николая, Алексея, Гавриила. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше нахождение на этой земле и долю печали. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захарий, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! В первые века не было ни одного храма у христиан, но они ежедневно собирались по домам, прославляя Тебя, вникая в закон Божий. Благослови Михаила, Елену, Романа и Екатерину. Ты услышал их просьбу и дал им жилье. Благослови Михаила и болящего, пошли ему исцеление. На работе и всюду все устрой по воле Твоей святой, как Тебе, Господи, угодно. И расположи к ним соседей и ближних, кому они Слово Божие дали и возвестили, чтобы жилища их были как храмы, чтобы они не были там одинокими, чтобы труд их духовный только возрастал в Тебе. Как Ты дивно вели, Господи! Слава Тебе! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя антихриста на чело или правую руку. Благослови взятых из семей, отправленных на военное действие на фронт. Никиту, Александра, Максима и Анна, и неведомых нам. Дай им силу там быть истинными, рожденными свыше людьми, чтобы они были как светильники на подсвечнике, как город на вершине горы, чтобы они постоянно повторяли, что нам говорит Господь из Откровения 13:10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит быть самому убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Слава Тебе, Господи! Посети томящихся в узах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах верующих в Тебя. Монаха Сергея, Владислава, Вара, мы просили об Илии, и Ты освободил его внезапно до суда. Сколь великое чудо совершено в наши дни. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Коснись сердец правителей в это время тревожное. Вразуми их, дай им страх Твой святой. Покажи, что все временное, видимое временное, а невидимое вечное.
Аллилуйя. Молите Бога на святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Иероним Стридонский. И сохрани нас, Господи, и укрепи в святой православной вере. А замысл еретиков, сектантов разруши, развей, в ничто преврати. Благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб. Более всего заботиться о своей собственной душе, но не только новостями мира, которым нет числа. Родители просят молиться о младенцах, чтобы они были послушны родителям, были верующими и стали благовестниками. Благослови Марка и Игнатия, Ангелину, Алфея, Феодосию, Евсевию, Ездру. Слава Тебе, Господи, за эти чудные просьбы в молитве. Хвала Тебе, милосердный Господь и Бог наш. Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Февронии, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Катерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. Простим, Господи, всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Господи, прими наше моление и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соединим наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир, сохраняющий его, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услышь и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили слово истины, но кто еще не примирился с Тобою. Дай им твердо поверить в то, что покаяние только на этой земле принимается. За гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, и благодарение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Мир всем и доброе утро всем. Я утром говорю, что времени нету, но может очень срочные какие-то вопросы возникают. Для размышления даю 7 секунд. Слава Иисусу Христу. Ну, если кто-то новый здесь, я не знаю. У нас после утреннего моления считается Слово Божие.
из трехтомника Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта комментариями. И это поприще проходить помогают нам две наши сестры, Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. Как они там договорились или как, ну, пропуска ни одного нету за несколько лет. Это тоже нам пример оставили люди. Их поминайте в своих молитвах, потому что они трудятся для нас, а мы помолимся. Да благословит их Господь. Итак, за прошедшее. У нас приближается к концу проповеди, которую я говорил, видео, превращение в Word, в буквенное. Ну и то ли где-то не слышно, то ли непонятно. Там работают, Девора пытается там, чтобы не было повторов, ничего нельзя сделать. Я сказал, как есть. Я сейчас не вылажу из-за стола, корректировку провожу сам. И кто бы ни был делал, я должен проверить, потому что где делает пропуск, а мне легче вспомнить, потому что от меня проповедь исходила. И вот по милости Божией, сейчас мне сказали, я уже проверил, откорректировал, кажется, по букве пройти. 100, кажется, 24 проповеди, а их 400 с чем-то. Тоже прошу молитву, помощи, чтобы не ослабеть глаза, не глядят. Ну, 14-16 часов. 3 часа 17 минут ночи я уже сижу здесь. Вот. Господь дает пока силы, ну, милостью Божию. У кого есть кто-то помогал, просьба закончить быстрее и мне лично вернуть. Никуда не отправлять, ни Деворе, никому. То, что не успели сделать, нет, ей, на нее выйти и скажите. Не успеваете. Поэтому мы снова заберем, которые не пройденные. Тут есть братья, которые делают быстро и просят помощь дать им еще. Мы должны почистить этот край. А если повторы? Задача. Значит, все стекается к Вячеславу. Новые, конечно, проповеди. Но сегодня я говорю, проповеди еще нету. Если Господь благословит, она будет. Ее тоже надо срочно подготовить. У нас много неизвестного. То, что задумано было 6 томов. Не знаю, вложимся мы в них или нет. Я никак не хочу то Вячеслав разделять, чтобы меньше поля были. Думали, повыше блок будет, пошире. Все идет только опыт. Работы еще хватает. И за Вячеслава все время молитесь. У него очень трудная обстановка. Он работает в международном аэропорту, и к нему относятся очень хорошо начальство, там из ФСБ и другие. И они новый терминал строят, как я понял. Это он с бумагами возится. Это большая работа. И кроме того, он в семинарии. Это редкий случай, что ходатайствует благочинный священник и архиерей, чтобы за год ему 2 курса кончить. И он их сдает. Вот сейчас только сдавал опять и показал 5. И он молодец, он видит, что это Господь только дает. Это как отец Геннадий Фас, когда сдавал экзамены, а он-то был преподаватель Томского университета, физик-математик. Потом он обратился в моем доме, немец, меннонит, стал православным. Ну, ему там, который принимает экзамены, говорит, а если вот так, а если не примет, а так, вопреки Писанию. А он тогда повернулся и говорит, анафема вам. Он говорит, садитесь, 5. Так что даже там и то может себя показать. Он вопрос задал, вопрос подгоняет за вопрос за вопросом, а дальше уже хула начинается. Анафема тебе и все, преподавателю. Вот так. По милости Божией. Мне, чтобы Бог дал силы, глаза не ослабели. А то стою я утром, руками поддерживаю, не вижу долго, кое-как там разойдется. А по-другому, ну, никак нельзя. Вот эта идея пока еще, чтобы издать проповеди, какие были, их 1000, это не моя идея. Это кто-то подал, а потом начали делать, и меня втянули туда, и, ну, и так получается, все опять как надо идет. Вот я скажу, что Николай Сироткин есть такой.
Он очень много делает. Вот это оформление выставил, где корочки сейчас готовят, фотографии. Вот у нас думали сделать по 1400 страниц в каждом томе. Вообразите себе. Вот если у кого есть к истинному православию или трехтомник, это 752 страницы. Это ровно в два раза больше. Толще каждый том будет. Но будет ли не будет, почему-то поступило откуда-то известие через Елену. Больше, чем 1350 страниц не берутся. Видимо, при обрезке смещение идет. Ну, я переплетчик, реставратор, так догадываюсь где-то. Но мы пытаемся узнать, какое там в Можайске, около Москвы, там. И опять же туда Иван Грибанов идет, узнает, смотрит, контролирует. Это же большая работа. Это средства особенно. Вот если есть какие-то у кого-то возможности что-то, приберегите. Может быть, предоплата делается сразу 30%, это бумагу они закупают, а потом все. Сумма, которой мы не владеем, у нас нет ее. Ну как, надеемся на Бога. Я вот когда в обществе этого не было вот такого, фактически один я делал, издавал, у меня 38 томов. По сегодняшним расценкам мне обошлось это в 55 миллионов. И то, что мы в дороге ездили по другим странам, 650 библиотек получили от нас подарок, 35 миллионов рублей нам это было. И откуда деньги были, даже откуда только нет. Где-то кто-то там что-то опять приносит. Ну, ни одной копейки никуда не прилипло. Все ушло на оплату. Я думаю, что это последняя, называю, «Лебединая песня». А другие говорят, это ваше уже завещание нам. Материал большой, оформление прекрасное. Ламинированное, видимо, будет. Я показывал тут шесть, корочки какие. Очень богатые. Даже корочки, сколько там написано с обратной стороны. Какой цвет. Все это обдуманное по Слову Божию. Ну так, я сказал, если кого-то достучался, то думайте где. На время можно сказать, там, занять у кого-то потом или что-то, свои подкопить. На эти деньги мы книги дадим. И нам выйти надо из положения. Уже к концу идет подготовка. Но к концу-то это не два дня еще будет. Вся работа ведет теперь после корректировки Вячеслав. Он должен все это по страницам вывести. Одним шрифтом сместить, расширить. Я сам издавал, когда один, сам занимался этим. Я понимаю, работа очень интересная даже. Мы не сошлись, он говорит, все в каждом томе полное собрание заголовок, заголовки, какие проповеди, какая тема, какое название, на какое местописание. Не знаю, как сегодня ночью, то ли во сне, то ли наяву увидел. Не надо это делать. Много времени отнимает. Раз, конечно, это хорошо было бы, но дело в том, что много места занимает. Очень много. А как? Каждый том свое несет. И почему я во сне как будто увидел, я на Златоуста 12 томов. Он берет не все, а только свои на этот том. В каждом томе оглавление. Но теперь надо мне убедиться, что надо в каждом томе полный комплект, чтобы узнать в каком. Но если в одном не нашел, открывай второй том, откроешь. Как мы в Златоусте ищем. Видите как, время идет и кое-что уже начинает просветляться. Итак, дорогие сестры, чтецы наши, ваше время. Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Евангелие от Марка, 4 глава, с 26 по 29 стих. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем. И как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп,
потому что настала жатва. Толкование блаженного Феофилакта. Под Царством Божиим разумеет Божие смотрение о нас. Человек есть сам Бог, соделавшийся ради нас человеком. Он бросил землю семя, то есть евангельскую проповедь. Бросив его, он спит, то есть вошел на небеса. Впрочем, он и встает ночью и днем. Ибо хотя Бог, по-видимому, и спит, то есть долго терпит, но он встает, встает ночью, когда посредством искушений возбуждает нас к познанию Его. Встает днем, когда наполняет нашу жизнь радостями и утешениями. Семя растет как будто без ведома Его, потому что мы свободны, и от нашей воли зависит расти или не расти этому семени. Не по неволе приносим плод, но добровольно, то есть приносим плод от самих себя. Сначала, когда бываем младенцами, еще не достигшими в меру возраста Христова, мы произвращаем зелень, показываем начаток добра, потом колос, когда бываем уже в состоянии противостать и искушениям, ибо колос связывается уже коленцами, стоит прямо и достиг уже большего развития, затем образуются в колосе полные зерна. Это тогда, когда то приносит плод совершенства. Когда же настанет жатва, тогда серп собирает плоды. Серп этот есть Слово Божие, а жатва – время кончины. Комментарий Игнатия Тихоновича. Как ясно выразился блаженный Феофилакт, собравший в своем толковании всех святых отцов. Евангельская проповедь – вот единственное семя, из которого произрастет божественный виноград. Некоторые православные измыслили свою веру и говорят, что крещение есть семя. Апостол же Павел даже о себе говорит так, 1 Коринфянам 1:17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». А сегодня эти слова в устах современных пастырей перефразированы так. «Мы сами пришли крестить, а не благовествовать». Это их деятельность не евангельская, но даже антиевангельская. Евангельское семя, падшее в жаждущую душу, подводит человека к крещению, как завершающему акту обращения ко Христу. Да и крестить-то сегодняшние пастыри не умеют, и сами некрещенные в подавляющем большинстве. А всего лишь мокрой ладонью им задели голову, и таким же образом они портят других людей. И до тех пор, пока такое лжекрещение будет на равных считаться с истинным трехпогружательным крещением, до тех пор церкви будет мрак, и все будут все глубже погружаться в него. Апостол Павел за всю свою апостольскую жизнь едва ли крестил 5 раз, и это делал он умышленно. 1 Коринфянам 1:14. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». 1 Коринфянам 1:16. «Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю». Чтобы привести человека к крещению, нужно евангельское семя проповеди, как говорит Иоанн Златоуст. И у пастыря должны быть 1000 талантов. А для того, чтобы крестить, не нужно ни одного таланта, достаточно быть законорукоположенным и незапрещенным. С 30 по 34 стих. «И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Толкование. «Мало слова веры, потому что следует только уверовать во Христа, и ты спасешься. Видишь, что слово сие столь же мало, как и горчичное зерно. Но посеянная на земле проповедь слова расширилась и разрослась, так что на ней покоятся птицы небесные. То есть все люди с выспренним и горним умом и знанием. В самом деле, сколько мудрых успокоилось на этой проповеди, оставив еленскую мудрость». Таким образом, проповедь сделалась больше всего и пустила великие ветви. Ибо апостолы, как ветви, разошлись, один в Рим, другой в Индию, третий в Ахаю, прочие же и в другие страны земли. Господь говорит народу многими притчами, предлагая притчи сообразно состоянием слушателей. Так как народ был прост и не учен, то поэтому,
напоминает ему о горчичном зерне, о траве и семени, дабы известными ему и обыкновенными предметами научить его чему-либо полезному или заставить его подойти и спросить, и по вопросе разуметь непонятное. Так ученикам объяснял он все наедине, так как они прямо приступали к нему и спрашивали. Объяснял же все только такое, о чем они спрашивали и чего не знали, а не вообще все, даже ясное. Ибо когда уразумевали то, о чем спрашивали, то из этого становилось ясно для них и другое, и таким образом разрешалось для них все. С 35 по 41 стих. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Толкование. Матфей повествовал об этом иначе, нежели как Марк. О чем тот сказал пространнее, то этот сократил, и наоборот, что первый изложил кратко, о том последний сказал пространнее. Господь берет с собой одних учеников, предоставляя им быть зрителями будущего чуда. Но чтобы они не превозносились тем, что других отослал, а их взял, и вместе, чтобы научить их переносить опасности, попускает им быть в опасности от бури. А спит он при всем с той целью, чтобы чудо показалось им тем важнее, после того, как они перепугались. Иначе, если бы буря случилась при бодрственном состоянии Христа, они не испугались бы или не обратились бы к Нему с прошением о спасении. И вот Он попускает им быть в страхе от опасности, дабы они пришли в сознание силы Его. Так как они только на других видели благодеяния Христовы, а сами не испытали ничего подобного, то была опасность, что они сделаются беспечными. Посему Господь попускает быть буре. Он спит на корме корабля, она была, конечно, деревянная. Пробудившись, Христос запрещает сначала ветру, так как он бывает причиной морского волнения, а потом укрощает и море. Обличает и учеников за то, что они не имели веры. Ибо если бы они имели веру, то верили бы, что он и спящий может сохранить их невредимыми. Ученики говорили между собою: «Кто есть сей?» Потому что имели еще неопределенное понятие о нем, так как Христос сократил море одним повелением, а не жезлом, как Моисей, не молитвенным воззванием, как Елисей и Иордан, не ковчегом, как Иисус Навин, то по этой причине он показался им выше человека, а тем, что спал, он являлся им опять человеком. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Спаси Христос, сестра! Слава Христу! На короткое время только ухожу, несколько минут в чат-рулетку, чтобы меня не забыли. Тоже вспомните. И сразу начинаю корректировку заниматься. С Богом! Хранись, Господь! Спаси Христос! Отошел. С Богом! Аминь. Спаси Христос.